Презентация назначена на 26 января. Старт продаж автомобиля на 15 февраля. Цену модели АвтоВАЗ пока не назвал. Эксперты оценили хэтчбэк в 600 тысяч рублей. На старте продаж Lada X-Ray получит два двигателя по 1,6 литра, выдающих 106 и 114 лошадиных сил в паре с механической или роботизированной трансмиссией. Предполагается, что в 2017 году модель получит полный привод. В базовую комплектацию вошли две подушки безопасности, АБС, система курсовой устойчивости, помощник при трогании в гору и система аварийного оповещения ГЛОНАСС, пишет российская газета.